Алло, ребятушки, продолжаем с вами Охотников за привидениями, Ghostbusters. Да, в общем-то, какие-то задания мы выполняли. Что-то делали. Пригласить друзей. Подработка нам не нужна. Кэт. Что нам скажет Кэт? Давайте подойдем к Кэт и поговорим с ней. Значит так, новичку у нас тут железная дисциплина. Слышь тревогу, сразу готовься к выезду. Рада, что что-то там это... Короче, ладно, Кэт ничего толкового нам не сказала. Награды за призрака. Здесь можно встретить много призраков. Если вы готовы принять вызов, то... Это... Подбор игроков по уровню. От 1 до 5. Так, давайте... Ладно, давайте по одному призраку погуляем пока. Плюс задачи какие-то еще будут. Горлодер. Крикун. 2. Класс 2. Класс 3 уже посильнее. Ну давайте, ладно, выберем эту. Я готов. Я готов. Погнали, погнали. Клуб New Motion. Клуб New Motion. Ну это не клуб какой-то. Наверное, там пиццерия какая-то, забегаловка. Так, ну в общем-то сюда пришли. Ловить призраков. Сейчас мы их... От ММ. Он джуниор какой-то есть, а я вот кит. Покажи им, как работают профессионалы. Так, ну давай покажем, давай искать. А что я сделал? Комедийный клуб. Где-то внизу, бляха-муха. Тележка с экипировкой. Ой, я туда не заберусь. Ну что ты там тянешься его? Ты хер его подтянешь. Алло. Все нормально, все заебись. Тут ничего не происходит. Вы просто немножко не в себя поняли. Ах ты, сука. И тебя чё? Аня, у тебя хорошее настроение. Хорошо, ладно, у тебя все заебись. Так, есть. Подорвали, разорвали. Нам предмет надо искать. А предмет где-то здесь. Далеко. Или вы уже закончили? Нет, вот он. Я не могу его запихнуть туда. Давай, давай, тащи его. Тащи его сюда, ну. Давай, хорош. Хорош, хорош, моя ловушка. Моя ловушка, не моя ловушка. Скотина, ты спиздил у меня. А где ты еще? Вот он ты. Фига вы лазите, я тоже-то хочу. Так, ну а что вы эту тетку не успокоили? Хеллоу. Тащу, 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 бляха, муха, давайте быстрее. Хорош. Ну, правда, не я, по-моему, запихал ее, но мы справились. Сложно было, немножко непонятно было, но мы это сделали, друзья, мы справились с двумя призраками. Ну, да, вот так вот, вот так вот. Да что здесь творится? Да хрен его знает. Короче, Виспер повержен. Уровень поднят. Нормально, заебись.
Так, насколько вы были напуганы во время работы? Помогал ли вам устройство вертикального подъема во время обхода? Нет? Так. Да вообще спокойнее, чем когда-либо. Я вообще всегда спокойный, я не боюсь этого дела. Так, ловить призраков и исследуйте мир. Достигните уровень 13, чтобы открыть следующий акт. А у нас какой уровень? А у нас 6. То есть нам еще, ух, как много-много всего делать. Изменить охотника? Нет, я не хочу изменять охотника. Я хочу здесь немножко поработать. У нас здесь уровень 2 есть. Мне вот это надо. Вот это мне надо. Квантовый. Обладает действием потока. Ну, блин. Но зато скорость создания аркана дает. Он зато скорость арканы дает. Это уже хорошо. Ну и усилитель. В это урона. Ну ладно. Придется равно что-то поделать. Поближе, короче, надо было. Ну ладно. Так, хорошо, пошли искать еще раз работу. Будем искать работу. Дан. Ну, давайте вот этого. Зябьяку. Забьяка, забьяка. Да, забьяка. Выбираем и погнали. Да, 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 я готов к медицинскому учреждению. Медицинское учреждение и ловим забияку. Так, ну, в общем-то, пришли. Сейчас мы такие здесь все порешаем. Покажем свой профессионализм. Ловушки все схватили, все нормально. Я готов. Да. Покажи им, на что способен охотник за привидением. Как они лазят? Я тоже хочу так лазить. Где эта штука? Тележка с экипировкой. Ну, конечно, блин. ППВ. Опа. Стой, бляха-муха, я тебя нашел. Ух ты, бляха-муха. Вот это посерьезнее уже тема. Тащи его сюда, блин. Давай, давай, тащи. Хорош! Моя? Так, не расслабляемся, там еще один. Призрак пойман, использован портал. Повышенный уровень экипировки 3. Ага, отлично. Смотрите, втроем использовали эту тему и исправили положение. Призрак вернулся, найдите его. Так, у тебя, чувак, все хорошо? Грибочки надо подобрать. Что такое? Что ты нервничаешь? Все хорошо, поддержать. Все отлично, чувак. Нормально здесь ничего не происходит? Да, 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 здесь все нормально. Все, ты можешь гулять, ты под защитой, братан. Сверху, бляха-муха. А где сверху найти, как наверх пройти? О, привет. Медведь. Погоди, здесь грибочков много, надо грибочки тоже собирать. Подожди, как наверх попасть? Опачки. Блять, ушел. Собака, ушел. Моя? Моя. Но он на втором шатается. Ты что ты стреляешь там, блин? Ты не пропадешь. Ой, не попадешь туда. Да, хорошо. Ой, извини. А прости, пожалуйста, ну я же не виноват, что ты здесь стоял. Ну, вот так получилось просто, и все у тебя зашибись, да? Да? На второй я нашел этаж. Блять, вот он, вот он, вот он. Надо не напугать его. Давай, давай, опачки. Опачки, я его поймал, ловушечку забираем. Зашибись. Вот и поймали его быстренько. Все, шикардос. Но это пока легко, друзья. Пока легко. А то все может быть намного сложнее. Я нифига там вспотел, блин. Да, воняет от него, согласен.
Задание выполнено. Ябияка Уйман. Уровень подняли еще. Нормально, нормально. И сейчас еще там как раз обновление. Ну, здесь я вообще все по красоте у меня. Вообще успокоен больше всего людей. Один. И так далее. Так, надо прокачаться. Надо прокачаться. Давай прокачаем. Что у нас здесь? Так. А что прокачать? Мы же прокачались. Здесь все прокачано пока что. Вот это что ли? Пока ничего не могу прокачать. Эмуляторы 4 уровня. Уровень 3. А, ну так он прокачан. Все прокачано. Да, здесь все прокачано, здесь все прокачано по умолчанию, здесь тоже что-то пока все. А, подожди, тут можно визуально. А, оттенки типа, господи. Ой. Оттенки можно всякие сделать какие-то. Нафига нам не нужны это оттенки? Ладно, пусть будет. Раз прокачались, так пусть будет, чё б нет-то. Так. Давайте-ка посмотрим, что у нас можно изменить. Причесочки. Причесочки, тело, волосы. А, ну типа изменить цвет можно, да? Волосы так поставим. Костюмы. Кит Джуниор. Вейпу, вапу. Давай вапу поставим. Вапу, а тут счастливый праздник. О, это вообще прям четко. Прям четкий пацанчик. А что, подожди, а наклейку разве мы делали? Футболка. А, костюмы. И аксессуары. Перчатки. А, перчатки можно сделать. Нормально. Перчаточки одели. На коленчики такие. Ну, пусть они под цвет будут. Пусть они под цвет будут. Так, и боты, да? Боты вот такие пусть будут. Блин, ну перчатки можно убрать. Я работаю без перчаток. Все. Мы такие крутые, что мы работаем без перчаток. Нормально. Так, телосложение. Все шикарно. Персонажи, что? А, сюжетные ролики, смотрите, есть. Появились сюжетные ролики. Знакомство. Уэйд, знакомство с Эдди. Находка Рэя. А, ну это все, что мы видели. Это все, что мы видели. То есть можно все посмотреть и еще раз пройти. Персонажев настраивать, я так понимаю, да? Ладно, давайте еще раз. Еще раз будем искать. Ну давайте легко. Пока легко. Пожиратель какой-то там непонятный. Хотя, может быть, давайте на сложном попробовать. Класс 2, новичок, крикун. Крикун, новичок. Давайте попробуем корабль. КПС. КПС или КПС. КПС. Корабль. Крикун. И это уже повышен. Ну, не повышенный уровень, но уже поинтереснее уровень. Я тут такой деловой. Захожу. Здрасте, ядрить, молодить. Колотить его. И, в общем-то, я готов. Да. Будьте внимательны. И не пропадете. Я грибы где-то видел здесь. А, уже поймали кого-то. Слуга. Нет слуги больше. Так, все хорошо, все зашибись. Успокойтесь, все нормально. Извините. Ой, тебе помощь нужна. Давай. Все нормально? Все заебись? Там опять помощь. Бегу.
Бегу, да, посложнее стало. Отлично. Я заберу? Нет? Так, ловушку поймали. Что такое? Здрасте. Я пошел на второй, потому что мне кажется, на втором он будет. 3% захвата. Нифига ты! Серьезный ботик. Призрак появился снова. О, нет, что же делать? Мне кажется, он наверху. Блин, они так лазят, я тоже хочу так лазить. Грибочки. Think this has any value? Ну что ты успокаиваешь, что нормально все было? Появился скотина где-то. На первом, да? Да, жди, грибочки. Где ты? Тут все хорошо. Кажется, на втором. Нет, на первом. Там что сверху. Да смотрите. Куда ты собрался? Я тебя вижу. Сейчас я грибочки соберу и за тобой пойду, подожди. Скотина, бляха-муха. Надо было наоборот делать. Так, остудим. Надо было наоборот сначала вот дождаться, а потом сначала, потом кидать это орудие. Блять, не упал. Иди сюда, скотина, иди сюда. Иди сюда. Есть! Есть! Мы его поймали! У-ху! Да! Мы его поймали! У кого-то превосходство, но, наверное, у меня. Да, это моя. Это моя находка. Кстати, сейчас его надо отправить, по-моему, в этот. А мы так и не отправили, кстати, их. Крикун средний, 2500. ХПшечки, это уже хорошо. Мы можем сегодня даже дойти с вами до 13 уровня. И как раз-таки пройти еще какой-то скрипт. Ну, опять я лучше. Задание выполнено. Зашибись. Так, что-то опять дали. Что-то опять дали. Давайте смотреть. Все, костюмы дали. Ну да, я уже. Стик. Вапо. Стик. Ну типа это уровень, я понял. А, подожди, костюмы. Не, ну это вот это надо. А, подожди, рубашку можно поменять. Конечно, так черная рубашка красивый. Ну, вот этот оставим. Вот этот оставим. Так, аксессуары. Банданчик. Банданчик. Не, ну этот круче бандана как-то. Да, она как-то круче смотрится. Подожди, не все посмотрели, что ли? Все, ладно, оставим. Вот так вот. Да, идет, что щелкать, конечно, не очень удобно. Персонажей можно, да, поднастроить, но мы не будем этим заниматься. Во-первых, подожди, мне же, наверное, надо положить его сюда. Ну да, опустошить. Опустошить эти ловушки, потому что мы же поймали двоих.
А то я пройду и буду без ловушки. Надо не забывать про это. Да, погнали дальше, погнали дальше. Погнали еще. Вот это посерьезнее, да, пиратская бухта. Но мы знаем, как играть уже со средней, поэтому выбираем и погнали. Выбираем и снова погнали. В бой. О, бильярд. Сейчас будем играть в бильярд. Ну чё, где там? Там, там. Готовься. Еще один день, чтобы поймать призрака. Ну пойдем на второй, я думаю, на втором будет. Ну, начинается. Так, слуга есть. Остужаем. Так, там успокаивают уже. Все понятно. Иди сюда, скотина. Отлично. Ушел. Блядина, ушел. И ушел вниз. Следим за ним. Следим за ним пока что, следим. Залезай, залезай, родной, залезай. Зашибись. Так, использован. Призрак опять выскочил. Поиграть можно, нет? Нельзя поиграть. Успокаивают кого-то. Где? Где? Внизу, что ли? Человек убежал из здания. Повышен уровень профиля. Ну и что, убежал? Да и хер бы с ним, убежал и убежал. Призрак вернулся, найдите его, отлично. Мы же так этого хотим, чтобы призрак вернулся. Ну давай искать. Стой, 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 братан, стой. Братан, стой. Все заебись. Все нормально. Тебя просто приглючило. Ты выпил немного пива. И у тебя все хорошо. Да. Кого убили? Прости, прости, пожалуйста. Человек убежал. Блядь, второй человек убегает. Стой, ты, скотина. Да они там пока занимаются. Опять слуга. Вы хоть работаете, или я там один работаю? Сколько его слуг, приспешников? Да уйди ты, чё ты, блин, дурак-то? Во-первых, я не поймаю, по-моему, он есть. Уже. Так, у тебя все зашибись? Все зашибись. Это хорошо, когда у тебя все зашибись. Где ты, бляха-муха? Че стоишь, че смотришь? Здесь мы не были. Ой, больно. Ух ты, а здесь мы не были. Целый квест. Целый пиратский корабль. Мы сюда пришли, чтобы что? Правильно, править миром. Что за значок? Бегу! Бегу к вам! Коридор для сотрудников. Вон он. Нормально вот там. А просто волос. Или где эта скотина? Грибочки. Так, его здесь нет.
внизу. Да, не упускайте людей, чего они бегают, блин? В смысле, человек убежал из здания? Да, блин, из-за вас люди пропадают, убегают, и вот он. Да тебе. Так, где-то стул. Куда-то стул уехал, а я не видел, где он. Сюда уехал? Аркада. Ну, посерьезнее, кстати, это, да, враждебно как-то... Серьезно относится. Я думаю, ну, где-то затырился. Ладно. Где-то он затырился. Даже засобись. Это холосо. Это холосо, когда все засобись. Я тут грибочков пока поем. Так, тебе надо успокоить. Так, у нас все прекрасно, у нас все хорошо, это все ваши глюки, поэтому можете прекрасно себя вести и здесь работать. А что, ну то, что тебя тут немножко облили, это уже ерунда. Так, ты счастлив. Ты счастлив, это хорошо. Не могу найти. Уровень контракта завершен, собрать 200 грибов. Так, контракт мы с вами завершили, поэтому плюс-минус. Подожди, комната что-то там. Ты что же такие медленные? Давай, давай, тащи его, тащи, 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 хорош. Хорош! Тащи. Да киньте его уже, бляха-муха! Держите! Держите его! Ёп. Тащи, 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 тащи его сюда, ну! Да ё мать, вы чё, не можете притащить его? Ну вообще, блин. Я в шоке от такой компании. Братан. Все нормально. Тебя немножко обрызгали. Все, зашибись, не надо бегать, не надо бояться. Это просто всего лишь игра, поэтому все зашибись. Да, 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 не надо бояться, не надо пугаться. Ну киньте, блядь, кто-нибудь. Блять, захват 49, почти полтинник закидали. Алло, вы где все-то, блин? Халу? Да неужели? Призрак пойман. Поймали призрака, ну, наконец-таки. Почти 50% он нам отобрал помещение, но мы это все сделали. А я там что-то с теткой разговариваю. Ну и ладно. Видимо, успокаивал. Молотильщик, средние 2500. И что она слышала? Блин, ну мы очень потеряли много на уровне. 13 уровень и, впрочем-то, зашибись. Отлично.
Как раз таки получается, другие игроки не смогут присоединиться к вам до окончания сюжетной сцены. Ну что, друзья, тогда давайте остановимся вот здесь, и тогда в следующий раз мы с вами начнем сюжетку проходить и уже дальше погоним, потому что это будет интересно, это будет как раз в тайминг и так далее. Сходи, посмотри, что внутри, а потом доложи мне. Что-то она там что-то говорит, куда-то сходить, посмотреть и так далее. Подойти к столу задания, выберите старую ловушку Венкмана. В общем, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы, пишите обязательно комментарии, ваши какие-то рассуждения и так далее. Подписывайтесь в ТГ-канал, подписывайтесь в ВК-канал и, впрочем-то, друзья, всем пока!